Здравствуйте, я Валерий, художник-самоучка. В прошлом писал маслом пейзажи, портреты, тематические картины. По обстоятельствам перестал работать. Только через 30 лет я снова вернулся к живописи, стал работать акварелью, графикой. Причиной этого послужило наши семейные обстоятельства. Моя дочь заболела болезнью рассеянным склерозом и начала рисовать. И с того времени, вот уже как полгода, мы вместе с ней пишем, рисуем, работаем вместе. Я ее поддерживаю. И я вам предлагаю конкурсную работу под названием «Черная лошадь. Спирит», что значит «сильный дух», «несломленный дух». Эта картина очень близка нам, потому что мы вместе с дочерью боремся с болезнью, и нам нужна сила, уверенность в будущем. Мы хотим победить эту болезнь, и поэтому я избираю эту картину как прообраз нашей борьбы и нашего будущего. И мы должны победить эту болезнь. Я уверен, что мы победим ее. Спасибо вам за внимание.